Расскажи, пожалуйста, как тебе вообще понравилась сегодняшняя игра, атмосфера? Да, игра сегодня была очень интересная, насыщенная, атмосфера вот самая игровая, волчок, стол, все как надо, все очень красиво, четко. И вот было какое-то ощущение, мы давно не играли в классическое «Что, где, когда», было такое забытое ощущение, приятное очень, поэтому да, все было очень классно, здорово. Да, хорошо. А вопросы, которые не взяли, расстроились? Некоторые расстроили, да, потому что пару вопросов мы могли бы взять, докрутить, но некоторые даже не расстроили, потому что в какой-то момент, ну, я не знаю, как команда, я даже не до конца поняла. То есть, да, ответ, да, вопрос, все, ладно, до свидания, будем думать потом об этом, потому что есть парочка вопросов, которые, ну, меня вызывают, ну, сомнения в том, что мы вообще смогли бы их взять. Дай нам не одну минуту, а даже 10, мне кажется, мы бы их не докрутили до конца. Хорошо. А в роли капитана, я так понимаю, ты не первый раз далеко. Скажи, как тебе? Тебе нравится именно быть капитаном, а не просто членом команды? Да, наверное, нравится. Я капитаню практически постоянно в этой команде. И, с одной стороны, это ответственность, это сложно, потому что нужно принимать решение, какую версию выбрать, кто будет отвечать, что делать в той или иной ситуации. Но, с другой стороны, в то же время мне нравится то, что я слышу, понимаю всех. Да, я играла в других командах просто игроком, я зачастую не слышала кого-то, и я не понимала, как это все происходит, как это все работает. Здесь же я своего рода, что ли, держу руку на пульсе, если можно так сказать, и все вижу игру изнутри полностью. Хорошо, спасибо. Идея с мерчем твоя или вот чья-то в команде? Я даже не помню, это общая идея, мы подумали о том, что пора бы что-то такое сделать, и сделали в итоге. Ну, насколько я помню, вы единственная команда с собственным мерчем, да? Наверное, не знаю. Может быть, у кого-то еще что-то есть. Спасибо большое. Спасибо.